Из заявленных 224 в зале 137 зарегистрированных делегатов. Отчетно-выборная конференция объявляется открытой. Итоги работы партийцев за 3 года подводит секретарь местного отделения «Единой России», глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Особое внимание – работе с населением. За отчетный период в общественной приемной, где жителей принимают депутаты всех уровней, побывали 1323 человека. Общественная приемная обязана быть эффективным инструментом решения насущных проблем жителей. В партию должны вступать люди, которые осознанно хотят быть рядом с нами. В партию должны обращаться люди, будучи уверенными, что мы любой вопрос в состоянии решить. Потому что мы партия власти, и все инструменты для помощи жителям и развития нашего округа в наших руках. Сегодня в Одинцовском округе 1901 единорос и почти 3000 сторонников партии. В муниципалитете работает 199 первичных отделений. Одна из главных задач – реализация партийных проектов. По 16 общим направлениям за отчетный период было проведено свыше 1000 различных мероприятий. Также в округе есть и 2 местных проекта – «Одинцовская спортивная семья» и совсем новый «Военные городки». С момента объявления проекта назначен координатор, это депутат нашего совета Владимир Львович Винницкий. Мы уже подготовили положение об общественном совете. От каждого военного городка определены по 2 представителя. Подготовлена уже дорожная карта, и сейчас идет ее активное обсуждение непосредственно в территориях. Я думаю, что в ближайшее время мы предоставим ее уже для публичного обсуждения. Этот проект станет одним из главных на ближайшие годы и будет находиться на особом контроле Андрея Иванова. На территории Одинцовского округа 21 такой объект. Там, где имущество передано в собственность муниципалитета, уже ведется благоустройство, ремонт соцобъектов и жилых домов. Но есть и территории, где передача состоялась не в полном объеме или объекты не переданы нам вовсе. Тем не менее, сидеть сложа руки мы не имеем права. Это территория нашего округа, жители тоже нашего округа. А значит, мы должны обеспечить достойные условия жизни. Кроме того, среди задач на 2022 год – максимальная отработка наказов избирателей, которые были получены в ходе предвыборной кампании 2021 года. Очень важно оставаться слаженной, скоординированной ячейкой, продолжать свою деятельность на благо жителей, на благо территории, делать те дела, которые запланированы, наказы избирателей, которые предстоит воплотить в ближайшие годы, в частности, и в этом году. После подведения итогов за последние 3 года партийцы определили, кто встанет во главе одинцовских единороссов на ближайшие 5 лет. Тайным голосованием секретарем местного отделения партии вновь избран глава округа Андрей Иванов. Также выбраны составы политсовета и местной контрольной комиссии. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».